Очередное заседание административной комиссии прошло 9 февраля. Было рассмотрено 12 протоколов о нарушениях горожанами закона Смоленской области. Традиционно десногорцы пренебрегают правилами парковки автомобиля, а также шумят в ночное время, не думая о соседях. Вот как вы можете пояснить, что время 3:30, вы так отмечали свой день рождения, а сосед через стенку в 60-й квартире был вынужден обратиться в органы внутренних дел и вызвать наряд. По нарушению тишины в ночное время было рассмотрено 7 административных дел. По ним были вынесены штрафы от 1000 до 2000 рублей. Ощутимое наказание за неправильную парковку. Там штраф уже 4000. С такой суммой придется расстаться 4 горожанам. Ну, если я на несколько минут захожу, вот здесь, заходим... Понимаете, вот каждый вот так вот, кто-то приходящий, так и рассуждает. А вот я на 5 минут, вот каждый на 5 минут, и в итоге получается, что там все заставлено, в итоге. Но задача административной комиссии в первую очередь воспитательная, а не карательная. По этой причине было предложено выйти с инициативой в Смоленскую областную думу об изменении статьи 17.5, к которой относится в том числе и неправильная парковка. Сегодня штраф за это составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Предупреждение не предусмотрено. Внести такую санкцию и предложено административной комиссией. Необходимость внесения изменений в виде дополнительной меры ответственности вызвана значительным размером установленного минимального размера штрафа для граждан. Штраф в размере 4000 рублей за впервые совершенное правонарушение является значительным финансовым бременем. Единогласным решением членов комиссии инициатива была поддержана.